Добрый вечер, дамы и господа, здравствуйте, я вас приветствую в джазовом клубе Алексея Козлова на Главмордджеме. Друзья, всем доброй ночи, здравствуйте, спасибо огромное, что вы здесь вместе с нами. Нам очень приятно вас всех наблюдать, всех любителей хорошей музыки, хорошей тусовки и, в общем, хороших мест в нашем славном городе. Всем еще раз здравствуйте, дамы и господа. Для вас играл хорошую музыку наш сегодняшний диджей, постоянный участник наших мероприятий, диджей Франс. Давайте ему поаплодируем. Он еще поиграет, мы еще потанцуем, повеселимся, в общем, сделаем все, что нам нужно в эту замечательную пятничную ночь, друзья. А также я хочу передать огромный привет одному прекрасному комьюнити «Москва-Сибирь 2005». Меня попросили ребята. Ребята, я вам передаю огромный привет. Вы молодцы, продолжайте в том же духе. Йоу-йоу-йоу! Сибирь, Москва? Да или нет? Ну, в общем, Питер и все города, и так, собственно, все они здесь рядом, и все, наша страна вся срастается в Москве, поэтому всем-всем огромный привет. Друзья, первую композицию, которую мы для вас изобразим, она инструментальная, очень красивая, вам, я надеюсь, понравится. А еще у нас в гостях есть прекрасный человек Валерий Степанов, замечательный клавишник, инструменталист, пианист, в общем, виртуоз, маэстро, вот это все вот эти вот пошлые слова могу про тебя рассказать, но не буду, просто хороший, прекрасный человек Валерий Степанов, он сегодня в гостях. Он, я думаю, сейчас будет врываться, а то он сидит уже и скучает, я так вижу. Пойдем, композиция простая, называется «Джорги-порги». Друзья, я вам желаю хорошего времяпрепровождения, потому что сегодня очень много событий, которые нас сегодня сюда привели. Поехали! Спасибо огромное, что вы здесь. Вы на Главмордджеме. Погнали!
Thank you.
I'm not no systematic, I just only I'm dancing for your love. Yeah. Nothing on how to hold you, I never ever told I hold you. You my only one. I'm nothing on how I told you, I never ever told I hold you. You my only one. Oh, 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 oh. You know, systematic, though you love, yeah. It's not so consonating, I'm just an oscillation for you, love, yeah. I'm nothing on a heart I told you, I'm never the man I told you. You my only girl, I, yeah. Tell me what a heart I told you, I never ever should have told you, you my only one. Oh, 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 Georgie, Borgia, Borgia. I need to know, save me, baby, baby, baby. I own yourself. Thank you.
Thank you.
друзья. Итак, друзья, давайте еще раз поаплодируем всему нашему замечательному войску, которое сегодня собралось здесь для вас. Александр Абрамов играл для вас на саксофоне, вот этот прекрасный суперчеловек. Алексей Максимов играл для вас на бас-гитаре. Константин Лоскутов играет для вас на гитаре сегодня. А также Марат Сайфутдинов играет для вас, друзья, сегодня на барабанах. Вот, сейчас у нас мы переходим непосредственно, знаете, вот к вокальной так называемой части нашего джема. Песенки послушаем немножко. Да? Нет? Не, не послушаем. Леха говорит, что не послушаем. Ну, ты можешь не слушать, в принципе. Ты можешь пойти в бар и попить пивка. Так как у нас есть супергерой, который сейчас ворвется на бас-гитару. Друзья, я бы хотел пригласить на эту сцену нашего постоянного участника. Зовут его Эрик Холматов. Здесь он в гостях. Вот Эрик Холматов, этот прекрасный человек. Замечательный такой, знаете, белой толстовки, на которую хочется что-нибудь пролить, например. Да, например, для начала пиво, потом можно вино, а потом можно еще что-нибудь сделать непригодное, друзья. Но мы доживем до вечера и посмотрим, насколько белая будет толстовка у Эрика к концу вечера, да? А пока Эрик приподнимает свой замечательный бибитер, давайте его поприветствуем. Эрик Холматов сегодня у нас в гостях. Итак, друзья, скажите мне, кто-нибудь знает из вас такого потрясающего американского исполнителя? Зовут его Принц, друзья. Есть такие люди? Поднимите руку, кто знает, кто такой Принц, друзья. Отлично, такие есть, да, они прекрасно. В общем, мы для вас изобразимся с композицию этого человека, которая называется «I wanna be your lover», да? «Хочу быть твоим любовничком». Друзья, на самом деле это еще не все. Но это не все. Самое важное объявление, на самом деле. Сегодня у одной замечательной девушки по имени Марина день рождения. Я бы хотел, чтобы мы все вместе поаплодировали ей и поздравили ее. С днем рождения, Марина! Да, друзья. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Marina. Happy birthday to you. С днем рождения, дорогая моя. Вот такой у нас получился поздравительный экспромт. Спасибо, бро. Я петь не умею, но Эрик сделал за меня это гораздо лучше. Итак, друзья, продолжаем наше веселье. Мы для вас изобразим очень красивую композицию. Вы готовы? Она очень танцевальная, друзья. И танцпол у нас везде открытый и бесплатный. Если вы утомились сидеть, вы можете встать и потанцевать. Поэтому мы будем очень рады вашим, так сказать, всем любым танцевальным начинаниям. Окей? Договорились? Да или нет? Yeah! Пятница у нас для чего? Не будем же мы сидеть. Друзья, мы и так всю неделю везде кто-то где-то сидит. Кто-то в пробках, кто-то в метро, кто-то где-то дома. Друзья, давайте потанцуем, расколбасимся, создадим атмосферу такой, знаете, нереальной бодроты и, в общем, всего-всего-всего. Композиция, которая называется «I will be your lover». Эрик Холматов сегодня здесь. И Эрик сегодня Холматов у нас здесь. Поехали. If you want to dance, you must dance right now, okay? Over here. I ain't got nobody. I don't like to show the guys you head around. And don't this be funny. I think always seems to let you down. Now get the scholar. Cause I never see you. We'll be right back.
treat me just like a child. And all things so dry. But when they do just the
world to call day. As everything is gone to now. And no, 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 I wanna be a lover. I wanna be a lover. I wanna be a lover. You can be my lover. Спасибо, друзья, огромное! Эрик Холманов сегодня здесь у нас в гостях с этой прекрасной композицией. Спасибо. Друзья, двигаемся дальше. И я бы хотел пригласить на эту сцену еще одного нашего сегодняшнего гостя. Зовут его Иван Попов. Сегодня здесь у нас в гостях. Иван, ты это или не ты? Это вы. Давайте поприветствуем, друзья. Иван Попов сегодня здесь у нас в гостях. Поповский. Ничего себе, или Иван, как вы видоизменяетесь. Итак, Иван Поповский, друзья, у нас сегодня здесь в гостях. Поповский. И знаете, может быть, кто-то из вас слышал такого интересного итальянского певца, зовут его Марио Бьонди, друзья. Кто-нибудь в теме? Есть такие или нет? Есть такие, да? Отлично. Друзья, повторюсь, вообще, знаете, такой вопрос. А кто сегодня здесь вдруг случайно в первый раз? Вот на нашем мероприятии. Поднимите, пожалуйста, руки. Есть ли такие? Есть кто сегодня впервые, да? Отлично, друзья. У нас есть группа ВКонтакте, называется очень просто Glove Jam, дамы и господа. Там никакой лишней информации, никакого спама, никакой продажи трусов, покупки нового автомобиля, в общем, ничего-ничего там такого, знаете, не всплывает. Там есть только та музыка, которую мы здесь играем в оригинальном исполнении, то есть, ну, те артисты, которых мы исполняем, она есть в оригинале. Можете зайти, просто вступить туда и послушать. Ничего лишнего, друзья. Так что мы вам будем очень добрадны. Также там есть фотографии от нашего постоянного фотографа, которого зовут Валентин Монастырский. Он где-то ходит по залу, всех вас снимает, потом там можно себя случайно найти или не найти. Но если находите, в общем, к Валентину будет... На него всегда там есть ссылка, и к нему можно, в личку высказать все претензии. Почему он такой негодяй, почему он вас не заснял. Вот, друзья, так что если вы интересуетесь какой-то новой, интересной для себя музыкой и, собственно говоря, хотите ее услышать в оригинальных исполнениях, то вы можете с легкостью найти нашу группу ВКонтакте, называется Glove Jam. Также есть аккаунт в Инстаграме, тоже называется Glove Jam. Короче, ну, в общем, друзья, все очень, так сказать, взаимосвязано, понятно и доступно для всех. Мы будем рады очень видеть увеличение нашей аудитории, которая нам очень нужна, потому что мы... Для вас играем очень хорошую музыку, и я очень рад, что вы здесь сегодня, друзья, дорогие гости. Еще раз вам всем огромное спасибо, что вы на Glove Jam в клубе Алексея Козлова. А еще, кстати говоря, спасибо тем людям, которые из города Тюмени. Я повторюсь еще раз. Тюмень здесь! Тюмень здесь! Отлично, Тюмень здесь, 2005 год, да? Да? Отлично, друзья, спасибо, что вы здесь. Приходите к нам чаще. Итак, друзья, или Иван Поповский, да? Поповский. Просто Поповский. Ничего себе. Уже просто без Ивана, просто Поповский. Итак, Иван Поповский, который для вас изобразит композицию, которая называется Love is Temple. То есть в переводе на русский язык значит, любовь — это храм. Теремок. Любовь — это теремок, друзья. В общем, пока сюда дело. Да, друзья, ну мы, в общем, все понимаем, что играть, и, в общем, мы все готовы для вас изобразить эту композицию. Давайте еще раз Поповский на сцене для вас этой замечательной композиции Love is a Temple, и мы начнем. Поехали. Thank you.
What did I get to do? I say my mind on you. The more I see you, the truth. The more I believe, I feel. Gotta reach out to you. I hold you someday, somehow. Where my life dreams come true. Oh Lord, no matter how what it takes to be there, no fear to get me won by love. You believe in love is a temple. Don't take it for granted. And when it happens, it's got to write your story. Ooh. I try to break all the rules, hope to someday somehow. I'm lost in you. Girl, slip away from me. I never lose the chance to get here. Yeah. When it comes, you better make it right on time. You and I. Oh, life is a temple. For granted, and when it happens, it's time to write your story. Ooh, love is a temple, don't take it for granted, and when it happens, it's time to write your story. No matter how what it takes to be there, no fear can be won by love if you believe it. Oh yeah, 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 yeah. Thank you.
To write your story, write your story right now. Спасибо. Спасибо, друзья, огромное. Давайте поаплодируем нашим сегодняшним гостям. Поповский был пел у нас эту композицию. Хайруло для вас играл, друзья, на этой замечательной перкуссии. Давайте поаплодируем за этот неинтереснейший экспириенс, который произошел. Дамы и господа, двигаемся дальше. И я бы хотел пригласить на эту сцену нашу сегодняшнюю еще одну гостью, которая споет для вас очень бодрящую композицию, которая называется «Runaway Baby», друзья. Знает кто-нибудь такого замечательного исполнителя? Зовут его Бруно Марс, друзья. Кто знает Бруно Марса? Поднимите руку. Есть такие у нас? Никто не знает? Так мало людей, серьезно? Кто знает Бруно Марса, друзья, поднимите руку. Есть такие? Там самый активный уголок у нас, да, это по-любому, естественно. Итак, Юлина Попова сегодня здесь у нас в гостях, друзья. До этого у нас был Поповский, вот, а теперь Юлина Попова. Мы немножко сокращаем ее фамилию, но добавляем имя ко всему этому движению. И Юлина сегодня здесь у нас, и мы для вас играем композицию, которая называется «Runaway Baby». Достаточно бодрая, активная, веселая, танцевальная, друзья. И мы, конечно же, с удовольствием ждем вас всех, буквально в состоянии стоя и в состоянии, как бы, активности, вот хотя бы вот так что-нибудь делать со своим телом. Ну, в общем, да, вот такое, просто рука у вас вверх, и вы такие раз, что-то там колбаситесь. Друзья, в общем, давайте разомнем немножко кости, в общем, поддадим еще немножко активности в наш замечательный вечерок. Готовы или нет? Готовы или нет? Отлично, Валерий Семенов точно готов, я знаю, композиция тебе понравится, она замечательная, там два аккорда, и добавляется в какой-то момент третий, который тебе тоже очень понравится, и я думаю, что с легкостью ты его узнаешь. Ты узнаешь его по одной ноте, знаешь, ты угадаешь эту мелодию с одной ноты. Ты настолько талантливый, что ты можешь угадывать мелодии любые с одной ноты, с первой. Итак, Юлина Попова сегодня здесь у нас в гостях, а также у нас на барабанах Рене Эрсис Нерос Родригес. Давайте его поприветствуем. Давайте поприветствуем Юлину. Давайте поприветствуем всех наших артистов. Друзья, очень приятно, когда есть аплодисменты, когда есть вообще то, что вы здесь, как будто вы смотрите и слушаете, что у нас происходит. Нам это очень нравится, друзья, потому что мы делаем это не только для себя. Если вам кажется, что мы здесь типа такие, сами для себя музыку собрались поиграть, ничего подобного. Мы собрались именно поделиться нашими знаниями, нашими силами и нашими эмоциями именно с вами, друзья. Поэтому, когда вы хлопаете нам в ладоши, нам очень это приятно. Спасибо огромное, дорогие, что гости, что вы еще раз здесь, с нами на Главмоджеме в клубе Алексея Козлова. Итак, Юлина Попова, композиция «Runaway Baby». Александр Франц буквально скоро поиграет для вас хорошей музыки через этот один трек, друзья. Ну, а пока у нас очень веселая композиция. Конечно, да. И Валерий Степанов, я еще Валерия Степанова приглашаю на сцену. Валерий, пойдем. Сейчас мы покажем, как нужно в две клавиши играть.
Покажем, покажем всей Москве, как нужно играть две клавиши. Такая, знаете, новая интересная интерпретация этой композиции. Да? Это только сейчас. Окей, ладно, поехали. Runaway Baby и Елена Попова на Главмост Джеме. Поехали. Well, look out here, what do we have? Another pretty thing that want me to grab. The little does she know that I don't want what she's clawing, cause on the end, and the night on the door, she's coming. I love you so, just what you say. Tell me, baby, baby, please don't go away. Oh, when I play, I never say, is everything all that I need? This is what I say. Let me think of what I should I do. So many you're the bodies, others I pursue. Now everything is in all the palm of hell. There's only one that carried there is gonna share it. I love you so, just what you say. And can't tell me that my peace don't go away. Oh, when I play, I never stay. Run away. Call them and spill a fool. You gotta
no, no, I just wanna work you, baby. Yep, yep. See, I want you heavy. Don't, no, I just wanna work you, baby. Don't know. Say, are you trying to hurt you, baby? No, 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 I just wanna work you, baby. No, 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 I just wanna work you, baby. I just wanna work you, baby. I just wanna work you, baby. What you say? You, I just wanna. Спасибо, друзья. Давайте поаплодируем. Елена Попова сегодня здесь у нас в гостях. Спасибо огромное за эту композицию. Валерий Степанов разорвал, как обычно, все клавиши сломал. Ренер Сеснерос Родригес сыграл для вас на барабанах. Друзья, давайте его поаплодируем за это. Дамы и господа, я вам хочу сказать, что у нас сейчас, вы знаете, самое время потанцевать. Да? Потанцуем? Для вас у нас сегодня и для всех вообще всегда, каждую пятницу, наш замечательный диджей, диджей Франц, друзья. Давайте ему поаплодируем, и тогда он поставит хорошую музыку. Чем сильнее поаплодируем, тем лучше музыку поставят.
Не слышу! Не слышу! Друзья, диджей Франс, Аглав Моджеми, давай, братан, разорви, пожалуйста, танцпол, чтобы все танцевали, веселились и хорошо себя чувствовали. Поехали. Друзья, мы вернемся к вам буквально через минут 30 с очередным блоком хорошей музыки. А пока, диджей Франс, танцуем, погнали. Ну что, друзья, как у вас силы, как ваше здоровье? Все ли у нас в здании в порядке? Все ли себя хорошо самочувствуют? Особенно те люди, которые у нас приехали издалека, из Тюмени. Из Тюмени есть там еще люди у нас? Нет, нет. А есть вообще кто-нибудь из Тюмени? Поднимите руку, кто-нибудь есть родом из Тюмени? Нет. А из Сургута? Так, из Сургута никто не доехали. Тоже издалека, да. Окей. Ладно, друзья, давайте поаплодируем нашему диджею. Диджей Франс играл для вас разную всякую хорошую, интересную и не очень музыку. Спасибо вам огромное за то, что вы здесь сегодня с нами остались. Друзья, мы для вас играем инструментальную композицию, которая называется Ask Me Later. Спроси меня позже. Такой замечательной группы, которая называется Boston Horns, друзья. Итак, мы, в принципе, все абсолютно готовы, конечно же. И настроены на все. Настроен на все, да. И единственное, что вот нам нужно, чтобы наш вот этот замечательный клавишный инструмент заработал. Нужно мьют. Да, мьют отжать. Итак, друзья, Boston Horns для вас. Сегодня мы открываем второе отделение нашего Главмост Джема в клубе Алексея Козлова. Друзья, спасибо, что вы здесь. Еще раз всем доброй ночи, кто вновь к нам присоединился. Вы находитесь в джазовом клубе Алексея Козлова на Главмост Джеме. Спасибо, что вы здесь. Поехали. We'll be right back.
Спасибо, друзья, огромное. Валерий Симанов сегодня здесь в гостях. Воу! Артем Погосов на саксофоне, Алексей Максимов на бас-гитаре, Марат Сайфудинов на барабанах для вас сегодня и, конечно же, Константин Лоскутов на гитаре, друзья. Меня зовут Слава Быстров. Спасибо, я тоже играю на клавишах, с вами разговариваю. Еще раз всем доброй ночи. Друзья, двигаемся дальше. И я бы хотел пригласить на эту сцену нашу сегодняшнюю гостью. Зовут ее Настя Бенько. Да, конечно. Анастасия Бенько сегодня здесь у нас в гостях. Мы для вас и запросим. Сейчас мы поймем, какую песню. Буквально пока Настя расскажет о себе. Немножко и скажет, что... Да, и Максим Хакимов, конечно же, приглашается на барабаны. Почему же нет? Почему же нет, конечно, да. С Анастасией мы запросим прекрасную композицию, которая называется «Don't Wanna Fight No More», друзья. Кто-нибудь знает такую супергруппу? Называется она Alabama Shakes, друзья. Да? Есть такие? Да? Серьезно? Воу. Вот это прекрасная такая американская группа, в которой поет такая очень большая черная женщина. И играет на гитаре. В общем, все она делает прекрасным образом. И сегодня вот вместо этой женщины у нас Анастасия в гостях. Ну, на гитаре она не играет, но я думаю, что... Но я думаю, что у нас эта песня тоже получится, потому что она прекрасна. Вот, и у нас есть еще одна задача для наших суперзвукоинженеров. Ивана, у нас есть бэк-вокал. И Ирина Попова сегодня, которая уже исполняла для вас замечательные различные композиции. Вот она здесь, в здании. Ты далеко-то не уходи, там ничего не слышно. Будет на сцене вот здесь с нами, чтобы мы чувствовали вайб и вот это все дерьмо, знаешь? Итак, друзья, композиция «Don't Wanna Fight No More» в исполнении нашего замечательного оркестра. А также Анастасия Бенько здесь. Давайте ее поаплодируем за это. Поехали. Соло у Константина Лоскутова сейчас на гитаре будет просто лютое. Давайте поаплодируем. Наш Константин Лоскутов сегодня на гитаре, друзья. Давайте поаплодируем ему за то, что он сегодня пришел. Потому что он был сегодня выписан буквально в 4 часа дня. Он наш супергерой. Давайте громче, друзья. Поаплодируем этого человека, который освоил кучу композиций, которые сегодня он играет для вас. Поехали! Your life, don't
cross them lines. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. Thank you.
Сегодня здесь также Юлина Попова помогала в этой замечательной композиции. Также Максим Хакимов, спасибо за Latin Party. Давайте поаплодируем этому субигровому. Он поддал сегодня замечательного Latin Party в нашу вот эту вот композицию божественную. А также, конечно, Петр Дольский, конечно, да. Тоже поддал. Поддал в нашу пати все, что мог. Итак, друзья, двигаемся дальше. И следующая композиция у нас будет в исполнении нашего сегодняшнего супергероя, который уже выходил на эту сцену. Зовут его Эрик Холматов, друзья. Давайте поаплодируем ему. Эрик Холматов. Конечно, Володя Миронов сейчас у нас будет играть на басу. Конечно, конечно. Владимир Миронов. Владимир Миронов, конечно же, у нас сегодня в гостях. Давайте поаплодируем. Владимир Миронов — это известнейший басист города Москва и Московской области. Играет у таких замечательных артистов, как, наверное, вы знаете такую замечательную певицу, зовут ее Бьянка. Кто не знает такую Бьянку? Бьянка. Знает? Есть такие люди, кто знает певицу Бьянка? Пьянка. А такую движуху, как Пьянка, знаете, да? Ну, поэтому мы все здесь. Окей. Итак, Владимир вот играет у певицы Бьянка, но сейчас он не сыграет ту песню, которую он сыграет с певицей Бьянкой, а он сыграет ту песню, которую мы играем с певцом Эриком, друзья. Ну, в общем, пока суть до дела, дамы и господа. Спешу вам сообщить, кто сегодня здесь случайно впервые. Мы здесь собираемся каждую пятницу, дамы и господа. Ровно в полночь у нас сбор гостей. Потом мы начинаем по готовности. У нас играет диджей хорошую музыку. Все общаются, тусуются, в общем... Чувствуют себя прекрасно, наслаждаются атмосферой, и в районе без 15-11, без 15 час, в районе часа мы начинаем обычно. Так что имейте в виду, если что, вход у нас всегда свободный, столики можно найти, но не всегда, все по-разному, поэтому мы очень рады вас видеть здесь каждую пятницу. Приходите, дамы и господа. Спасибо вам еще раз за то, что вы здесь, вы на Главмосджеме. Я вам аплодирую максимальным образом, насколько это возможно, в моих силах. Спасибо, что вы здесь, а также, конечно, Эрик Холматов. Сегодня до сих пор, кстати, в белом свитере. Я сделал акцент на это, потому что, знаете, когда надеваешь на себя белую футболку или белый какой-нибудь, вот, как это, свитшот, хедшот, или как называется твое вот, одеяние, то обычно с утра, когда ты просыпаешься дома, он по-любому в чем-нибудь. Он или в вине, или там в каком-нибудь коктейле, или там просто какая-нибудь у тебя слизь на нем. В общем, Эрик, мы желаем тебе, чтобы сегодня ты обошелся и приехал домой, обнаружив завтра свой свитер в порядке. Но, тем не менее, композицию мы сейчас с тобой изобразим, эту прекрасную. Я надеюсь. Да, ребята, все, да? Все знают? Да? Друзья, ну сейчас начинается такой эксперимент. Да, и, конечно, Валерий Степанов, наш самый главный экспериментатор всей Руси и наш самый главный человек, который врывается всегда и очень хочет музыкального, так сказать, воплощения и рассказать, как бы, что у него внутри накипело. Он, конечно, сейчас сядет на клавиши. Давайте поаплодируем. Валерий Степанов сегодня здесь у нас в гостях. Давайте, больше шума, друзья. Этот суперчеловек, он с нами. Сейчас, секунду, здесь техническая пауза. Итак, да. Ну что, послушаем хорошей музыки, друзья. Как у вас настроение? Все ли замечательно у вас сегодня здесь? Тюмень здесь, я не понимаю, или не здесь? Тюмень. А Челябинск? Есть кто-нибудь, кто из Челябинска? Есть. Отлично. С какого района? ЧТЗ. Челябинский тракторный. Замечательно. Отлично. Я с центра. Класс. Всем привет. Итак, друзья, Эрик Холматов сегодня здесь у нас в гостях. Человек из города Екатеринбург. Кто-нибудь из Екатеринбурга есть? Из Йобурга, давайте. А кто из Челябинска? Давай поддержим земляка души.
Погнали, композиция очень прекрасная, красивая, поехали. Well, I'm only coming out to play, and nothing more than I hate in this life. The wrong impression, I only coming out to me. You can open your palm, without the catch of breath. This calling is home in the main. And what about me? I believe in the faith. They wanna know me, I may be fine. So what about today? What about tonight? On the look in the time. So precious. It's yours, it's mine. On the look in the time. My life. My life. Am I wrong to assume? She can dance if she can, ooh, yeah. Am I wrong to say if she can dance if she can, ooh? I never wanna waste your time, ooh, 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 yeah, yeah. So precious, it's yours, it's mine. Only look in the time, my God. So precious. It's yours, it's mine, only one at a time. So precious. It's yours, it's mine, only look in the time. My life, my life. And everybody wrong guy. Thank you.
make some fucking noise. Well, well,
want to sing some of it? Hey, 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 hey. I say, yeah, yeah. I say, yeah. I say, yeah, yeah, yeah. I say, yeah. I say, am I wrong? 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 Yeah, yeah. I say, am I wrong? I say, am I wrong? Am I wrong to assume if she can't dance, if she can't ooh, yeah? Am I wrong to say if she can't dance, if she can't ooh? I never wanna waste your time. Is yours, is mine. Make some fucking noise for musicians! Yeah. Друзья, в общем, все друзья. Эрик Холмато для вас играл эту прекрасную, точнее, не играл, а пел. Валерий Степанов играл для вас эту прекрасную композицию на клавишах. Давайте мы его не будем отпускать, давайте. Давайте, он настолько классный, что мы его не будем отпускать. Пойдем. Ну, разочек, да, давайте поаплодируем. Валерий Степанов все здесь, в гостях, друзья, давайте. Давайте его искупаем. Искупаем в овациях этого чудесного, замечательного человека, друзья. Очень приятно, что у нас на Руси, на нашей, блядь, Руси, извините, пожалуйста, есть такие люди прекрасные. Это же здорово, да? Или нет? Алексей Максимов. Ну, отлично. Итак, друзья, я хочу пригласить на эту сцену нашу сегодняшнюю еще одну гостью, которая споет для вас еще одну хорошую песню, да? Вы готовы? Ну вы куда уходите? Вот там молодые люди вдалеке. Вы зря так быстро уходите. Пожалуйста, возвращайтесь. Итак, у нас в гостях Июлина Попова сегодня здесь, друзья. Давайте ее поаплодируем, она уже сегодня здесь была. Наша замечательная гостья из сказочного города Санкт-Петербург. Кто-нибудь есть из Санкт-Петербурга здесь? Родом кто есть? Нет, ты, я знаю, из Челябинска, не обманывай меня. ЧТЗ. А какая улица? Не с ЧТЗ? Ты не с ЧТЗ? А, жил в Челябе. Ну, тоже классно. Поимел хороший опыт. Че, Челябинск – прекрасный, суровый город. Туда метеорит падал, всем вообще было, знаешь, это самое. Никто не заметил, так чисто. Покурили, о, что-то упало там, я не знаю. Итак, друзья, ладно, про регионы будем обсуждать позже. Итак, у нас композиция, которая называется «Мы никто не знаем». Что у тебя, струны нет? А, у тебя нет струны. Да ладно, без струны сыграешь, нормально. Даже лучше будет. Лишняя струна, лишняя запара. Лишние проблемы, понимаешь?
Аккорды красивые, дорогие. Смотрите, Валерий Степанов нажимает самые дорогие аккорды в нашей стране, друзья. Давайте ему за это поаплодируем. Вот. Итак, Марат Сайфутдинов нажимает самые дорогие удары по барабанам в нашей стране. Вот. Алексей Максимов нажимает самые дорогие вот эти вот ситуации на бас-гитаре. И пока ребята разбирают, что они играют, вот сейчас начинается самое интересное. Это так называемый джем, друзья, когда ребята никто не знает, что мы играем. И наша вот гостья прекрасная, вот возьми лучше тот, this one, yeah. Наша гостья Юлина рассказала всем, какие аккордики. И быстро ребята понимают, какие у нас аккордики происходят. Вот. Все, что вы видели до этого, это... композиция называется «Токсик». Знаете Бритни Спирс? Есть такие? Есть такие староверы, которые знают Бритни Спирс? Есть такие, да, в здании? Вот. У нас будет своя интерпретация, конечно же. Она будет очень веселая, бодрящая. Поэтому, друзья, если есть силы... Если есть силы потанцевать и повеселиться, я повторюсь, что танцпол у нас везде, он бесплатный, открытый, можно танцевать. Если есть силы и возможности, мы будем рады видеть вас в танце. Спасибо. Baby, can't you see I'm calling? A girl like you should have warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, get me in. You're dangerous, I'm loving it. Get me out. I took a sip from my tower scar. So let's take it over me. So let's take it over me. Too high, can't come down. It's in the air and the high, oh, high. It's only hear me now. Oh, 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 the taste of your lips down on the rock. But you know that you're toxic. You're toxic and man now. Toxic and man now. You're toxic and man now. Girl, that's what I'm toxic. You're toxic and man now. Toxic and man now. Man now, 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 now. We'll be right back.
better than yours, I can teach you. But I have no trouble, my makeshift brain that I force to yours, damn right. He's better than yours, damn right. He's better than yours, I can teach you. But I have no trouble, my makeshift brain that I force to yours, damn right. He's better than yours, damn right. He's better than yours, I can teach you. But I have no trouble, makeshift brain that I force to yours, damn right. He's better than yours, damn right. He's better than yours, damn right. He's And they know that you're toxic. It the days of a place I'm buried at. I'ma take it back to you that you know that's intoxic. Good days of a place I'm buried at. Yes, I'ma take it to do that you know that I'm toxic. There are no place of a place I'm buried at. I'ma know that you do that you know that I'm taxi. Друзья, спасибо огромное. Юлина Бобова с этой прекрасной композицией, которая называется «Так». Друзья, также Валерий Степанов, также Алексей Максимов, также Марат Сайфутдинов и также, конечно же, Константин Лоскутов сегодня здесь для вас с этой прекрасной композицией. Дамы и господа. Ну и, как говорится, напоследок, да, послушаем еще одну или домой пойдем. Еще одну или нет? Да или нет? Еще одну? Да? I can hear you, my friends. Итак, давайте мы аплодируем. Иван Акадов ворвался у нас на клавишные инструменты. Давайте мы аплодируем этому супергерою. Только он и только он один сможет сыграть эту песню, потому что остальные все герои не знают эту песню. Но знают, но не так хорошо, как хотели бы знать. Итак, друзья, у нас есть сетка. Пока учим суть дела. У нас в гостях сегодня есть не только Валерий Степанов, а также есть Иван Акадов на клавишных инструментах, а также есть Яна Успенская сегодня здесь в гостях. Давайте поаплодируем. Яна Успенская сегодня здесь у нас, друзья. Если так плохо аплодировать, то ничего у нас не получится, друзья. Серьезно. Нам нужен... Понимаете, нужна небольшая подпитка в виде ваших аплодисментов. Иначе это все бесполезно. Вы же видите, как мы отдаетесь, как мы отдаемся вам. Видите или нет, друзья? Видите или нет? Чувствуете? Вы чувствуете? Даже если вы не видите, вы можете это чувствовать. Друзья, в общем, следующая композиция, которую мы для вас изобразим, называется очень красиво. Называется она очень-очень просто. Да, любой профессиональный вокалист должен сам уметь распутывать микрофонные шторы. Итак, подождите, друзья, давайте мы пока остановимся. Я вас умоляю, Иван и Валерий. Постойте немножко, буквально 2 секунды. Да? А то у нас в кашу в какую-то все превращается. Пока мы все не в кашу, но каша уже превращается. Композиция, которая называется «You've Changed». Yeah, you've changed. Okay, yeah. Yeah, просто немножко недавно из прибыл из Нью-Йорка, and I know this shit. Yeah, okay. I don't know what I'm talking about. Yeah, of course. Yeah, we make some show. Yeah, yeah. Короче, друзья. Композиция, которая называется «You've Changed». Типа ты что-то поменял, да? Ты изменился. Челябинске, да. В Нью-Челябинске я был. Итак, друзья, Иван Акадов для вас на клавишах. Яна Успенская для вас поет. Алексей Максимов на бас-гитаре. И Валерий Степанов, наш мультиинструменталист и мультисупергерой, для вас играет на барабанах. Можно?
больше вокала. Можно немножко нам еще, Иван, пожалуйста, сделать микрофончик погромче в мониторчик? Да? Композиция You've Changed, друзья. Валерий Степанов на барабанах. Да? Все? Послушаем или нет? Послушаем или нет? Давайте поддержим наших героев, друзья, которые сегодня хотят сыграть для вас очень классную вещь. Это традиционный джазовый стандарт, но он прозвучит немножко нетрадиционно во всех смыслах этого слова. Поехали. Just careless young, you're breaking my heart, you've changed. You've changed, your kisses now are so you've changed. You've forgotten the world. Love you each memory that we've shared. You ignore every star. Can't rely you ever.
that smile of yours just careless young. I can't understand you've changed. You've changed. Your kisses now. Друзья, давайте поаплодируем Яну Успенской с этой замечательной композицией. Я надеюсь, все романтические ноты с помощью Яны Успенской и, конечно же, Алексея Максимова были затронуты в вашей душе, друзья. Да или нет? Давайте поаплодируем этому замечательному трио, которое сформировалось буквально вот за эти мгновения. Валерий Степанов играл для вас на барабанах. Ну, максимально, насколько мог. В общем, Алексей Максимов играл для вас на бас-гитаре. А также, конечно, Иван Акатов играл для вас на клавишных. На что значит на клавишных? На рояле. Йо, на рояле. Друзья, хочется вам сказать огромное спасибо, что вы были с нами. Это была заключительная композиция сегодняшнего вечера. Я вам торжественно аплодирую за то, что вы сегодня случайно или не случайно, или кто-то из вас зашел. В общем, друзья, спасибо вам огромное, что вы были с нами. Нам очень приятно. Ваши аплодисменты, ваши эмоции — это очень здорово, потому что мы здесь собираемся для того, чтобы делиться этими впечатлениями. Играем хорошую, интересную, разную музыку. В общем, вскрываемся на сцене по-разному и, в общем, творим какие-то чудеса для вас специально. Друзья, спасибо, что вы сегодня были с нами. Спасибо. Вы были на Главмост-джеме в клубе Алексея Козлова. Мы здесь собираемся каждую пятницу, друзья. Если вам интересно, то приходите, конечно же, добавляйтесь к нам в соцсетях. Спасибо огромное всему клубу Алексея Козлова, всем работникам, звукоцех, светоцех. Вам огромное спасибо. Давайте поаплодируем ребятам за то, что вы нас сегодня слышали и видели. Давайте поаплодируем всем барменам, официантам, охранникам, администраторам, поварам за то, что сегодня было вкусно, сегодня было быстро, и сегодня было качественно, и сегодня было хорошо в центре нашей столицы, друзья. Спасибо огромное. Собственно говоря, дорогие гости, увидимся с вами в следующую пятницу. Меня зовут Слава Быстров. До новых увлекательных встреч и хороших, конечно же, вам выходных, друзья! Для вас еще поиграет наш супер-диджей, диджей Франц, с хорошей музыкой. Друзья, увидимся с вами в следующую пятницу. Спокойной вам ночки сегодня. Ну и, собственно, даже не спокойной, а бодрящей еще. Я надеюсь, у вас вечер еще не кончается, продолжается. Всем хорошего-хорошего отдыха. Спасибо, что вы были с нами. Пока-пока. Если что, бар этажом ниже работает до 6 вечера, друзья. Так что можете спуститься на этаж ниже, и там еще что-то выпить, заказать и, в общем, качественно отдохнуть. Так что
Всего хорошего, друзья. Спасибо, что вы были с нами. Пока-пока.